30 апреля, ориентировочно в 16:20 на 535-м километре автодороги Астрахань-Элиста-Ставрополь произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter, который перевозил детей из города Волгоград в город Черкесск с автомашиной DAF Tonar. Предварительно причина ДТП произошла из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашиной, автомашиной ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию и допустила первое касательное столкновение с автомашиной DAF, в результате чего автомашина DAF в креновой форме допустила столкновение с автомашиной Mercedes Sprinter. В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, погибли 5 несовершеннолетних. 9 детей доставлены в районную больницу Грачевского района, и 4 взрослых также получили телесные повреждения. На месте ДТП проводятся следственные действия, работают эксперты, ГИБДД, полиция, служба МЧС. Точные причины ДТП будут установлены в ходе проведения всего комплекса следственных мероприятий.